заранее начнем, чтобы все протестить, вспомнить управление, интерфейс, все дела. Добрый вечер, те, кто ждет, заждался, типа Владика. Поехали, говорит Афанасий. Поехали в буквальном смысле, судя по всему. Скоро начнется история, продолжить историю, загрузить. Ага, мафиози, уставший дано. О-о-о-о-о. Сальери. Где мы остановились? Глава 10. А я ее не прошел? Нет. Вот на 10 мы как раз остановились. Или... Так, стоп. Только не говорит, что я не записался. А, да, прямо на 10-м. Ну, хорошо. Поищем пока журнальчики. Протестим. Все ли хорошо у вас? Это у нас сегодня до части серверов Connect нестабильный. И как следствие, лаги есть. Так, здесь журнальчики нечитабельны. Телефон звонит. Ну, это тема скриптовая, поэтому... Думаю, вряд ли куда-то он от нас убежит. Привет, Коля Милк, говорит, веселой игры. О, радио. Только радио? Мне показалось, что там что-то еще было. А, открыть окно. Понятно. Чипсы. Все ли хорошо? Лично от лектора привет. Передает лектор от лектора привет. Спасибо, лектор. Нормальный такой туалет. The base best beer. Реклама пива в туалете. Все работает, слушайте. Сантехника, все на уровне. Это что за машинка? Beverly. It's heavenly. Божественно. Постримишь турнир в воскресенье, который это GetLucky, я сменил... Я ник сменил по твоему совету? Серьезно, я советовал тебе ник сменить? Да ладно. А, типа да. Fluffy Roos Bear. Сменил на гораздо более харизматичный никнейм. Пушистый русский медведь. Во сколько сегодня Дотан будет? Вот это правильный вопрос. То есть, с одной стороны, Дотан не был анонсирован, не говорилось, что будет сегодня Дотан, даже не говорил. А вопрос прямой, когда он сегодня будет? Точнее, во сколько он сегодня будет? И вроде не съехать никак, но не факт, что он будет. Так вот я все-таки попытаюсь. Что там с турниром ПХС? Хаповый сабер будет? Турнир по ХС будет открытым, победитель будет играть либо с Абвером, либо с Хапой. Если получится, то и тот, и другой, но, скорее всего, будет только один шоу-матч. Ну, серия игр, так скажем. Ты рад, что ты стримит? Мне игра очень понравилась. Платформер такой симпатичный и в плане графики интересный с точки зрения звука. Вот, но я практически ничего не смотрел. Трубу-то возьми. Да ладно, куда мы торопимся? У нас 11 минут еще, поэтому бегаем по квартире, можно погладить, в конце концов, что-нибудь. Пей, говорит, пиво. Давай проверим эффект опьянения. А где его пить-то? Опачки! Это Swift Cola. А что еще есть? Сэндвич. Пиво Штольц. Заточим. Так.
Первая бутылочка пошла очень легко. Холодильник фирмы Alligator. Так. Давайте бутер заточим. Оп! Кажется, уже мир преобразился. Смотрите, краски стали поярче. Ну, третья пошла. Ладно. Четвертая, последняя. Больше пива нет в холодильнике. И что у нас тут? Вообще ни в одном глазу. А, уже стемнело? А, не, вот, что-то там... Блюрится все. Нормально. Как прям на мобильном качестве в этом, на Good Game. Майкер, hello, мини-карта. Да какая мини-карта? Я осознанно не беру трубку, осознанно никуда не бегу, потому что мы не должны начинать раньше 10 минут. Давайте поплудим. Вопросы. Сегодня, буквально несколько минут назад, выкатили наконец-то статистику в более удобоваримом виде для стримеров. Теперь можно смотреть. Ну, короче, появился счет. Теперь не нужно никуда писать. Ты нажимаешь «Вывести средства», выбираешь удобный способ оплаты, указываешь сумму, и, собственно, заявка отправляется. Также данные представлены, видите, как общий заработок. Вот столько-то с рекламы, вот столько-то с премиума, вот столько-то с поддержки. Вот. Учитываются, соответственно, премиальные бонусы. Единственное, что пока не учитывается, это шаринг общего према. Ну, это так, временное решение. Что еще? Витя рисует новости, обновленный вид. Что вас интересует? Слева сверху шумы. Да, есть такое дело. Что-то с освещением у меня. Слева сверху. Да нет, вроде не сильно. У меня 400 рублей сгорело из-за новой статистики, говорит Юлия. Юлия, мы перепроверим все. Сейчас, секундочку. Было уже сегодня жалобы, что у кого-то... В любом случае, этот месяц я считаю вручную, делаю сверху, с тем, что показывается по личному счету. Вот, так что мы в любом случае бы не отправили меньше. Сгорели деньги. Все, что нажито непосильным трудом. Опять головой карту закрываешь. Кстати, да, я же пресеты изменил. Да, точно, видимо, об этом речь. Кому нужна вообще мини-карта? Привет, как дела, игра как жена? Жена с котом и с дочкой уехали в деревню. Кот сопротивлялся, но его насильно просто запихнули. Ответь, да я отстану. Я не могу тебе ответить точно, не знаю, как получится. На выходные, возможно, будут другие планы. А так ты закроешь спидометр в машине головой. Да кто смотрит на спидометр? Да. Постоянно логин на сайте. Знаем об этом баге, пытаемся исправить, но никак не получается. Уже четвертый день такая тема. Ну, обещался самый древний товарищ. Пофиксить. Хватит болтать. Играй давай. Не дам. Сначала 6 минут подождем, когда будет 20:00, чтобы все было пунктуально и правильно. Даже я вот так вот выйду просто и все. Да. Что завтра в прайме будет? Завтра в прайме будет финалочка открытого турнира по Хардстоуну. Турнир проанонсирован был уже дня, наверное, три. Пам-пам-пара-па-па.
Пытаюсь я его найти на главной странице, но он уже благополучно ушел. Сейчас найду, скину ссылку. Короче говоря, вы можете принять участие в турнире. Призовой фонд там навскидку 6000 рублей. Победитель сыграет, для того, чтобы можно было это осветить нормально, с Абвером или Хапой, или Абвером и Хапой. До конца еще непонятно. Но в любом случае, финалочкой турнира и... В общем, будет некий такой шоу-матч. Потому что по-другому осветить очень сложно. Ничего себе, как давно. Шестая страница. Ё-моё. Нет, это я пропустил. Ладно, раздел турниры, все турниры. Предстоящие надо было так сразу сделать. И называется он что-то вроде... Ага, «Песнь войны». Вот он. Там уже зарегистрировалось предварительно 289 человек. Поэтому участие, естественно, бесплатное. Начало турнира в 6 часов. А, в 7 часов, но с 6 до 7 будет чек-ин, соответственно. И в прайм мы выйдем ночью. Постримим матч по ХС. Соответственно, победитель против кого-то из стримеров топовых. А потом я останусь просто до упора и буду стримить до утра. До утра. Какие наушники ты вязаешь в стримах меняемся к лучшим вкладыши, которые... Ну, не знаю. А, это наушники, это... Которые по умолчанию давались с телефоном Samsung Galaxy 3. Короче, какие-то стандартные, дефолтные. Так, заходи в доп. Материалы. Что там в доп. Материалах у нас? Коллекция, коллекция. О, как мы много всего пропустили. Ёшки-матрешки. Так, там с яблочком была мадама. Слушайте, мне сейчас галочку поставят, и все, и стрима на главной не будет. Будем мы тут девушек рассматривать. Это еще в пределах цензуры. Это на грани просто, на грани. Ну, это все, это... Да, вот это вот опасно. Вот это вот опасно. Ладно, чуть позже. Колесо крути. Кто ж тебе... Что? Мы никому не скажем. Конечно, конечно. Кстати, не сдали меня, Женьки, никто. Никто не сдал. Привет, баронет. Да показывай, чего там. Чего там? Чего вы там не видели, в конце концов, да? Покажи, я не видел. Покажу. Спокойно, не торопись. Чуть позже будет. Время придет. Так, и по Скиннеру, и по Юлии, по Сверке все нормально. За рекламу и цифры совпадают со статуей старой. Доната према нет, они так не премиумные. Надо будет разбираться тогда. Шляпа в студию. Шляпа, кстати, almost ready. Все. Да? Мафия первая после второй средней игрушки будет? Нет. Будет либо Готика, либо Командос. Возможно, голосование решит что? Ну, конечно, после этого будет Дотан, ФФА, немножко Старкрафта, меняемся к лучшему, турнир по Хардстоуну, и глядишь, через месяцок мы с вами запустим Готику. Ненадолго, потом опять Дотан. Потом опять ФФА, немножко соло. В общем, разбавим все так еще на полгодика вперед. Я на форуме писал, у меня не выделяется сообщение с желтым цветом. Когда пишут, выделяет мой чат, а мне никто не отвечает. Посмотри, пожалуйста, ты хоть. Лучше, конечно, это перенести на трансляцию «Меняемся к лучшему» или продублировать на support@goodgame.ru, потому что 1 минута осталась до начала трансляции по мафии, и разбираться с частной проблемой — это не совсем честно по отношению к тем людям, которые собрались смотреть мафию. Турнир по доте когда? Зачем он нужен? А, International. Да, смотрим, все нормально. Почему демократия решила избежать стриминга первой мафии? А, потому что ее не спрашивали просто, и все. Просто ее никто не спрашивал. Будет ли защита у вывода денег стримеров?
Ну, есть базовые темы из серии сертификат SSL-ный, сравнение ника с реквизитами, которые указаны в там, WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal и банковского счета. Но я думаю, что если имя, фамилия будет совпадать, как это требуется, собственно, условия ввода средств, то никаких проблем не будет. Что за оптика на камере? Фейс немного размазан, возможно, из-за этого. Да я просто сам весьма размазанный. Камера вообще вебка, но хорошая. 920-я у Logitech. Когда готика? Отличный вопрос. Время! Время пришло. В гости отправиться. Ждет меня старинный друг. Он толстый и славный, мой друг. Самый главный, он Мишка. Короче, стоп-старт. Записи и поехали.